Пыталась совершить самоубийство, лишь бы муж вернулся домой. Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта с семьей. Солдат признается, что уже наигрался в войнушку и хочет домой, но его никто не отпустит. На что жена говорит, мол, отправят домой, если кто-то из родных умрет. Поэтому она готова резать себе вены. Мне все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь. Все равно не выведут, им похуй. Поверь мне, выведут. Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство дурное. Нас я звонила не... этому начальству. Я сказала, ему может быть 300 или 200 тысяч. Либо у него еще кто-то умирает. Наигрался я уже в войнушку, наигрался. Ты не подвыпивший? Подвыпивший. Ты сейчас в снаряде стоишь? Да. И со мной разговариваешь? Да. А командир что на это скажет? Да ничего не скажешь, но все пока себя понимать знает. Не вздумай ничего с собой делать, пожалуйста. Сделаем. Не вздумай. Сделаем. Ничего, сейчас перезади, перепроду автомат, что слышу. Я тоже сделаю, блин. Зачем ты будешь это делать? Ну, зачем ты это будешь делать? Тут уже все порой доходят до отчаяния такого, то уже подучилось скоро, нахуй. И кинут этому командиру полка нашему гранату в окоп, нахуй. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что такое неграден, пизда. Хорошо, говорю, еще не будешь ругаться кое-что? Да что? Я вены резала. Чего? Вены резала. Ты что, с ума сошла? Нет. Ты меня видишь, да?